Вместительные и миниатюрные, строгие и нарядные. История дамской сумочки насчитывает не одну тысячу лет. Познакомиться с коллекцией женских аксессуаров можно на тематической выставке в музее Первого Совета. Здесь представлены клатчи, редикюли, а также дорожные сумки конца 19-20 веков. Глядя на экспонаты разных эпох, можно проследить, как менялась мода. Ну, здесь представлены очень интересные дамские сумки начала века. Это шелковые сумочки, редикюли, саки, дорожная сумка, вышитая бисером, бальные сумочки из металлических колец в стиле модерн. Затем представлены очень стильные, характерные для эпохи 20-30-х годов, маленькие сумочки-конверты, клатчи. Редикюли трапециевидной формы на плетеных ручках 50-х годов. Особое место на выставке занимают модные журналы. В свое время они были единственным проводником для женщин в мир красоты и стиля. В советское время, когда купить новое платье или блузку было непросто, девушки использовали выкройки, собственными руками шили одежду. В экспозицию включили также множество безделушек, которые можно встретить в сумочке каждой леди. Румяна, тушь, гребни, щеточки для ногтей, пудреницы и прочие любопытные мелочи. Вот если посмотреть на журналы мод 1908-15 годов, то там как раз конструкции сумок, которые можно было сшить, сами представлены. Вот те же сумочки редикюли, саки, мешочки, карманы, самые разнообразные. На выставке представлено более 70 экспонатов. Некоторые из коллекции музея, другие из частных собраний. Ивановцы приносили завалявшиеся вещи своих бабушек. Выставка «Дамская сумка» будет открыта в музее Первого Совета до конца мая. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.